Всем привет, это видео-версия сайта Tarantass News, и прямо сейчас о добавлении нового знака в ПДД. В скором времени правила дорожного движения пополнятся новым знаком, предупреждающим о местах установки камер фото-видеофиксации нарушений. Информация о данном нововведении опубликовали на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов. Напомним, что на данный момент в правилах предусмотрена только информационная табличка с номером 8.23, устанавливающаяся в паре с указателем, ограничивающим максимальный лимит скорости, либо другими знаками. Она сообщает водителю, что в зоне действия дорожного знака осуществляется фиксация нарушений правил дорожного движения специальными техническими средствами. Но проблема в том, что указанная табличка не может использоваться самостоятельно, а только в паре с другим знаком. Кроме того, некоторые комплексы фото-видеофиксации могут фиксировать такие нарушения, как выезд на разделительную и встречную полосу, езду по обочине и другие моменты. В таких условиях простая табличка не предупреждает автомобилиста о других нарушениях, которые выявляет камера. На сегодняшний день внешний вид нового знака пока не представили. У меня пока все. Еще больше новостей вы всегда можете найти на нашем сайте tarantass.news. До скорого!